Добрий вечір, шановні телеглядачі. Зараз в Одесі триває нескінченний ремонт на вулицях міста. Від цього страждають як одесити, так і гості нашого міста. На це витрачаються величезні кошти і, на жаль, не завжди ефективно. Чому так? Спробуємо розібратися сьогодні. В гостях у нас депутат Одеської міської ради Лілія Леонідова. Вітаю вас. Вітаю. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Нескінченний ремонт на вулицях міста – це ознака чого? Три варіанти відповіді ми маємо. Якщо ви вважаєте, що здорової господарчої активності, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо ви вважаєте, що безладу та головотяпства, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. Якщо обираєте третій варіант інтерактиву, масштабного шахрайства, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашої гості, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, до речі, сьогодні відбулося засідання ісполкому, де було ухвалено багато важливих рішень. Тому пропоную почати нашу бесіду з сюжету про це, а далі по черзі розберемо всі питання. Ну, спробуємо розібрати. Будь ласка, увага на екран. В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Правда, стоит отметить, что на этот раз начало заседания затянулось как никогда. По неизвестной причине городской голова позволил себе опоздать почти на 40 минут. А когда он наконец изволил появиться, было видно, что голова нашего головы занята чем-то другим, но явно не происходящим в сессионном зале. Здесь, конечно, можно только предполагать, то ли Геннадий Труханов уже устал без отпуска целый месяц работать, то ли все мысли головы в этот момент были где-то рядом с детективами НАБУ. Как известно, после дела Краяна НАБУ сильно заинтересовалась сделкой по расширению западного кладбище за счет земли обанкротившегося аэропорта «Застава», что обошлось городской казне почти 50 миллионов гривен. А может быть, в этот момент голове туманил мозг интерес НАБУ в отношении строительных фирм вроде «Росдорстроя» и «Пекстроя», которых СМИ связывают непосредственно с самим мэром, поскольку, как стало известно накануне, слишком много вопросов вызвало как проведение тендеров, так и суммы, выделяемые на дорожно-ремонтные работы в нашем городе под контрольным Труханову компаниям. Как бы то ни было, голова был задумчив, угрюм и с трудом зачитывал повестку дня. И, к слову, о дорогах и их ремонте, которые не могут не вызывать вопросов. Причем не только у НАБУ, но и у простых горожан. Просто потому, что мы каждый день по этим самым дорогам передвигаемся и прекрасно знаем, что дорог в нашем городе все меньше и меньше, а ям больше и больше. Но то, что мы видим и испытываем на себе, никак не складывается с теми бодрыми отчетами, которыми нас кормит наша родная городская власть. В ходе своего доклада главный эконом нашего города Сергей Тетюхин, рассказывая о планах, целях и стратегических направлениях развития города, порадовал небывалым прогрессом в деле обновления транспортного состава и не менее небывалым ремонтом, причем как капитальным, так и текущим, одесских дорог. Небывалым, потому что он был только на бумаге. Направление «Удобная Одесса» – это направление касается транспорта, а также дорог. Значит, полностью выполнено 75% запланированных мероприятий, в процессе выполнения 12,5%. В рамках этого направления проведены реконструкции, капитальный ремонт и текущий ремонт почти 400 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия. Выполнен текущий ремонт внутриквартальных проездов. 400 тысяч квадратных метров отремонтированных дорог. Где эти дороги? В каком месте их капитально отремонтировали? И почему сами дороги об этом ничего не знают? А внутри дворовых отремонтированных проездах мы и вовсе умолчим. И еще о ремонте дорог. Порадовал и главный дорожник Одессы Андрей Шмагай. На вопрос журналистов, когда наконец будет завершен ремонт в районе Пересовского моста, он ответил весьма витиевато. Со дня наступления работ окончательное завершение работ. Окончательное – это верхний слой, это месяц-полтора еще. То есть еще месяц-полтора? Месяц-полтора верхнего слоя. До верхнего слоя еще есть два слоя нижнего, которые обеспечат проезд, нормальный проезд. Ну что вы, журналисты, не умные что ли? Вам же русским языком объясняют. Полтора месяца до верхнего слоя, а есть еще два нижние, которые обеспечат нормальный проезд. Что, опять не поняли? А как вам ответ на вопрос журналистов, как тогда понять, что работы у Пересовского моста закипели, как только там появились активисты с плакатами? Напомним, речь идет о состоявшейся 27 марта акции общественников, потребовавших скорейшего завершения ремонта дорожного полотна. Что нужно, вы хотите услышать?
Ну, только что же сказали, что клиенты... Я же только что просто ответил, понимаете? Ну, вы решите вопрос с активистами, я отвечу вам на этот вопрос. Непредвиденные сложности. То, что активисты пришли и началась работа, ну, это чисто совпадение, извините. А скажите, вот они тоже очень ждали представителя городской власти. Ну, так что? Ну, и вас тоже приглашали. Ну, наша работа, есть ответ на все вопросы. И еще об ответах. Не мог не порадовать спич заместителя мэра Павла Вугельмана касательно замечания АМКУ по проведению конкурса на инвестора единого электронного билета. По словам чиновника, никто результаты конкурса отменять не собирается. АМКУ просто все неправильно понял. На сайте антимонопольного комитета появилась не совсем, на наш взгляд, корректная и не совсем достоверная информация, в рамках которой было указано, что... город планирует отменить данный конкурс. Дело в том, что мы выполняем сугубо решение сессии Одесского городского совета о проведении конкурса. Конкурс был проведен в рамках действующего законодательства. Но кто бы сомневался, коллективная безответственность депутатского большинства уже никого в Одессе не удивляет. Удивляет тот цинизм, с которым одесситов продолжают обманывать. Так, на исполкоме было принято решение взять очередного кредита, на этот раз более 13 миллионов евро или 400 миллионов гривен. Город намерен взять у Европейского банка, внимание, на замену остановок. Позвольте, скажете вы, но ведь старые металлические остановки были спилены по распоряжению нынешнего городского головы с клятвенным обещанием последнего заменить их на новые. И теперь, оказывается, мы опять лезем в долговую яму, чтобы Геннадий Труханов поставил нам скамеечки с навесами. Остановки, безусловно, дело хорошее и нужное. Но как же тогда получается, что с таким грандиозным бюджетом в 10 миллиардов гривен наши чиновники имеют совесть вешать на нас кредит еще почти в полмиллиарда? На каком основании? Скорее всего, на основании того, что все их действия до сих пор остаются безнаказанными. Что бы они ни делали, расплачиваться придется нам, простым одесситам. Отже, ось такі рішення були ухвалені сьогодні. Спробуємо по черзі во всьому розібратися, але вже є телефонний дзвінок, і я пропоную поспілкуватися з нашими телеглядачами. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо, добрий вечір. Да, це серіал продовжується «Базарна 33», але наші проблеми, вони якось так чудненько вписуються в проблеми міста, хоча вони поменше в масштабі. Ну, от, наприклад, последняя новость. Снег стаял вместе с асфальтом. Не двор, а сплошная яма. В декабре был ответ, что нуждается в капитальном ремонте. Сделаем в этом году. А через месяц другое письмо за теми же подписями. Денег нет. Делать должен Портофранковский. А Портофранковский что творит? Мы пишем на сайт жалобы, что они ничего не делают. Ну, жильцы выкладывают. Вот. И вместо того, чтобы дворник это убрал, вот, элементарно, мы же не просим, чтобы там построили нам какую-то, я не знаю, ротонду во дворе. Они что сделали? Они взяли, подделали подписи жильцов, причем это бывшие дворники, других не нашлось. Написали, выложили акт этот на сайте. Вот, но даже грамотно не могли это сфальсифицировать. Телефон один, подпись другая, квартира не совпадает. Мы этих людей спрашиваем, они перепуганы, говорят, да в жизни такого не было, уже 3 года дворниками не работают. Других подписей не нашлось у них. И мы это выложили на сайт, тут же это все сняли моментально. Вот так они работают, обманывая и в малом, и в большом, и в среднем, и людей. Но, кстати, в честь нашего депутата, он, ну, в нашего округа 39-го, как бы принимает активное участие, чтобы чем-то нам помочь. Уже заранее ему спасибо, как-то очень откликнулся. Едуард Павлович. Зрозуміла ваша проблема. Дякую за сигнал. Отже, конкретна проблема. Що робити в цьому випадку? У мене теж частично округ відноситься до Портофранковського ЖКС, або вже управляючої компанії, як це зараз. І дійсно, вот подобні проблеми, вони існують, і на моєму округі теж були обращення з тим, що вот якісь странні підписи, якісь странні отчети, якісь странні акты выполненных работ и так далее. Очень хорошо, что депутат реагирует. На самом деле, это на сегодняшний день самый верный
удобный способ. Еще, знаете, сейчас немаловажно, вот для меня очень удобно, вот портал депутата, наш депутат, связан с 1535. И, в общем, угу. любая информация с моего округа, я сразу мгновенно на нее реагирую. И, к сожалению, отключилась. Если бы женщина оставила свой номер телефона, я думаю, что мы там совместно с Эдуардом бы этот вопрос угу. тоже угу. решили гораздо быстрее. Зрозуміло. Дякую. До речі, якщо ви нас чуєте і дивитесь, залиште свій номер телефону, і ми передамо вам, а потім ви там скоординуєте дії, я так вважаю. Так. Добре, отже, повертаючись до сюжету, до дорожніх ремонтних робот, головна, на мій погляд, така проблемна крапка, проблемна локація – це пересип. Вже більше року триває так звана комплексна реконструкція і автомобільної, трамвайної розв'язки на пересипи. Кожен день, в прямому сенсі слова, страждають в пробках сотні тисяч одеситів, які проживають в Суворовському районі. Чому ремонт йде такими темпами? Чому не організували в кілька змін, на вихідних, по ночах, як це робляться в усіх цивілізованих країнах? Як довго взагалі буде тривати цей ремонт? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, опять же, це моє суб'єктивне мнение, дай Бог, що я ошибаюсь, що через там, полтора місяця нічого не случиться, чуда не буде. Ну, я надеюсь, что, может быть, я ошибаюсь, все-таки оптимистка. Но вы понимаете, на самом деле хорошая мысль, хорошее действие, хорошее дело. Я не буду сейчас говорить о там, качестве. Ну, сама реконструкция. Да, сама реконструкция. Це, но в силу того, что у нас как-то так последний год-полтора мы массу средств решили тратить на дороги. На развязки, на Преображенское, вот сейчас пойдет проспект Шевченко, что у нас там еще, Тираспольская площадь до этого угу. была такая затяжная. Но, опять же, нет, я уверена, что нет системного подхода. Мы решили, нам нужно освоить деньги. Да, нужно делать было пересыпь. Однозначно нужно было делать пересыпь. Но я думаю, что если бы все было системно спланировано, время работы, дорожное патрулирование, то есть в час пик однозначно должны быть регулировщики, однозначно должны быть... И это все должна была продумать городская власть. Тут можно, конечно, сказать, что это там, дорожная полиция должна организовывать. Нет, это должна быть системная работа городской власти. И в силу того, что вот мы как-то за все взялись... Угу. Объять необъятное невозможно. И я там, вот, соглашусь, что не так много компаний дорожных, которые обладают необходимыми мощностями. Ну, порой, угу. допустим, мы понимаем, что у нас у города, да, допустим, как УДХ, там, ЖКХ, там, у нас очень мало своих ресурсов, своей техники, рабочих ресурсов. И поэтому в связи с этим мы как бы, нам нужно быстро осваивать средства, нам угу. нужно делать, делать, делать. А то, что страдают люди из-за этого, ну, микрорайон, один из самых больших микрорайонов в городе, и протяженность дороги достаточно длинная. И если говорить в общем, что у нас в принципе город стоит в пробках, то поселок Котовского, а сейчас лето, жаркая пора года, и я вообще не понимаю, как люди будут добираться на работу, там некоторые детей возят, да, там школы, там, еще куда-то. И поэтому это большая проблема. И я надеюсь, что такие, вот сегодня было заявлено, что до первого дня месяца лета работы будут полностью завершены. Ну, мы помним ситуацию с Тираспольской площадью, угу. когда она переносилась, переносилась, добавлялись средства. И на сегодняшний день я опять вижу, что что-то там с трамвайным полотном сегодня проезжало, угу. опять что-то чинят, что-то переводят, что-то делают. И Преображенская у нас стоит. І я не знаю, коли вона всі ці місця, це ну, центр Одеси. Центр Одеси, центр Одеси. Рішельєвська. Зовсім скоро стартує туристичний сезон. Якщо згадати, ми зараз говорили про пересип. Далі там Рішельєвська, Преображенська, Канатна, Сегецька. Ви говорили про проспект Шевченка буде. І так далі. Це все центральне, ну, центральна частина нашого міста. Історичний ареал, да. Ареал, облік нашого міста. Як повинні приїхати туристи? Я розумію, що замахнулися, освоїти гроші треба. Але ну, якщо ви не можете освоїти, ну робіть частями. Якщо не можете,
Привлікаєте якісь інші спеціалісти з інших міст, з інших стран. Ми ж допускаємо тільки своїх. Ну так чому так? Ну це хто повинен про це? Ми з вами, абсолютно, я думаю, глядачі наші розуміють, чому це так. Тому що ми осваюємо гроші своїми ручними компаніями. Для того, щоб не упустити можливість заробляти гроші. Ну, замкнутий круг. Жаль. На жаль, це так. Жаль, це так. І да. Це та дійсність, яку не можна сприймати. Її не можна сприймати і миритися з цим не можна. Але, тим не менше, на сьогоднішній день це так. Угу. Щодо туристичного сезону, як ви вважаєте, як це вплине взагалі на туристичний сезон, коли приїдуть до Одеси гості і стикнуться от з такими проблемами? Проїхати неможливо, затори, вихлопні гази і таке інше, розрите місце, центр, пляжі, зрозуміло, в якому стані, дорог немає. Всі маленькі вулочки, які є історичні, і тротуари, і пішохідна зона, вона убита. И то, что мы сейчас делаем Ришельевскую тротуары, это, конечно, хорошо, но я бы хотела, чтобы вы обращали внимание, я не раз писала об этом, даже подавала предложение, и даже сделали, допустим, экспертизу, допустим, тротуаров на Нежинской, Коблевской, потому что там, ну, это историческая часть города, где гуляют туристы, где хотя бы можно еще что-то увидеть от того, что осталось, от разрухи наших памятников архитектуры. И тем не менее, приедут туристы, ну, вы знаете, мы, конечно, констатируем факты, заявляем уверенно, что с каждым годом количество туристов и желающих посетить наш город увеличивается. Я не буду там ставить под сомнение там точность этих цифр, но мне кажется, что, опять же, аналитика и статистика говорит о том, что давайте обращать внимание не на только количество людей, желающих приехать в наш город, а на длительность пребывания этих туристов. На то, что они увидят и хотят ли они вернуться, что немаловажно. То есть мы рапортуем из года в год, уже вот я третий буду год, сезон сейчас, как депутат, из года в год у нас увеличивается количество туристов. Ну, воно збільшується, це ж ясно, як білий день, тому що зараз не їдуть до Криму. Ну, не їдуть до Криму, їдуть в Одесу. Збільшується за счет того, що люди їдуть в Затоку, там, ще куди, навіть в Коблево, вони на один день хочуть приїхати посмотреть Одесу, да, наш український турист. Но я ще раз говорю, давайте аналізувати статистику більш глибоко. Мы же должны думать не только о сегодняшнем дне, мы должны думать о перспективе, мы должны думать о развитии. А что мы, как мы думаем о развитии? У нас памятники архитектуры, которые еще кое-как сохранились, они в ужасающем состоянии. У нас постоянно идет какая-то пристройки, реконструкции, еще что-то незаконное. У нас абсолютно не стоит на вопросе принятия программы по капитальному ремонту и сохранению памятников архитектуры. Перепрошу, є телефонний дзвінок, про пам'ятки обов'язково поговоримо. Дуже важливе питання в аспекті туризму. Це так. І після питання наших телеглядачів повернемося до нього. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Вас беспокоит Суворовский район. Багато страждали. Алло. Да. Алло. Так, мы слушаем вас, слушаем. Я думаю, что тема дороги и тема пробок – это самая, наверное, страшная тема для Суворовского района. Дело в том, что Пересыпский мост и далее Софийская, Преображенская напоминают Одессу после бомбежки. Мне кажется, даже после бомбежки она не была такой разрытой, такой ужасно страшной, какой она есть. Дело в том, что маршрутки сами по себе – это ужас города, да еще и в пробке. Это просто так не уважать, так не любить своих горожан городской власти, это просто наплевательское отношение к людям, которые большую часть времени тратят на переезд из центра города в Суворовский район или из Суворовского района в центр города. Это не уважение, это наплевательское отношение к своим горожанам. И ну, на жаль, це так. Это просто зарывание денег, наших государственных денег, громады денег, в эти ямы, которые сейчас находятся в городе Одессе. Такого ни при одном мэре не было. Такого неуважения
своїх граждан. Спасибо большое. Дякую, спасибо, зрозуміло ваше обурення, про це ми і казали. Нет, на самом деле я абсолютно разделяю мнение. То есть речь идет, как бы мы говорим о том, что да, это хорошее дело, Пересыпскую часть, вот этот Пересыпи нужно было ремонтировать, ее нужно было там расширять, возможно, перенаправлять потоки. Но это, опять же, нужно делать по-хозяйски, как мы заявляем, да. Мы хозяйственники, мы делаем это системно, планомерно. Люди знают, сколько перенаправляются потоки. Ну, я знаю, что из любой ситуации есть выход так, чтобы сэкономить время каждого жителя нашего города и не допускать вот таких историй. Ну, это главная артерия, яка связывает центр міста с Суворовским районом. Повертаючись до пам'яток, ви як депутат міської ради від Приморського району і займалися порятунком пам'ятників архітектури, що зараз робиться для покращення їхнього стану? К сожалению, на сегодняшний день я занималась и занимаюсь, и буду заниматься, и принимаю активное участие для того, чтобы максимально быстро было принято решение с тем, чтобы начались хоть какие-то подвижки в этом направлении. Но на сегодняшний день программа по сохранению памятников архитектуры, неважно, национального, местного, там, архитектурного значения, она не принята и не принимается. У нас существует программа ЮНЕСКО, так называемая. Ну, это номинальная программа, по которой, собственно, мы видим, что уже нам сколько рассказывают, ну, вот мне 3 года, нам 3 года рассказывают о том, что вот она есть, в прошлом году 32 миллиона дополнительно добавили, еще что-то. Но Воронцовский дворец, Воронцовский переулок сделали, там покрасили фасады. Мы, опять же, рассматриваем только фасады, да? Вот я недавно, ну не недавно, каждый день практически захожу внутри дворов, и мне страшно становится, потому что сверху картинка, а внутри все ужасно. И она не принята. И судя по тому, что на исполком сегодняшней эта программа снова не была вынесена, на апрельскую сессию она опять не будет принята. И поэтому я надеюсь, что мне в ближайшее время на мой запрос, а собственно, когда же мы получим продукт работы, я получу ответ, и я обязательно поделюсь с телезрителями и с вами об этой программе. Но тут речь идет о том, что, понятно, город на сегодняшний день пытается решить эту проблему своими силами. Мы говорим о кредитах. Да? Вот в прошлом году мы взяли кредитную линию на 1 миллиард гривен. Меня очень беспокоит, почему город не рассматривает. И тогда я задавала вопросы, и снова задаю, и буду задавать. Почему город не рассматривает, даже если мы берем кредит, уже как бы понятно, большинство его приняло, проголосовало, почему мы не рассматриваем в разрезах привлеченных денег реконструкции, реставрации жизненно важных, на мой взгляд, для города вопросов. Я понимаю, что вопросов много. Коммуникации, черемушки там, и так далее. Но нам нужно сохранить и приумножить хотя бы вот то, что осталось. Ответов нет. То есть нам, понятно, легче реконструировать дороги, хотя это тоже нужно. Вон, снег сошел вместе с асфальтом, как шутят горожане. Почему мы ничего не предпринимаем? Есть грантовые программы. Я знаю, что много городов, тот же Львов, они очень привлекли много средств, причем без кредитных обязательств, на сохранение памятников архитектуры, памятников истории. Допустим, многие города наложили мораторий. То, что я предлагала вот буквально два аппаратных совещания назад, сделать мораторий на надстройки, пристройки, какие-то там безрукие, назову вещи своими именами, реконструкции памятников архитектуры. Давайте хотя бы заморозим их в том состоянии, в котором они есть. Для того, чтобы когда мы уже там у нас приняли решение что-то делать, хоть ничего не исчезло. Зрозуміло, але прислухалися до вашої пропозиції? Нет, конечно, пока не прислушались, но я не оставляю надежды, я буду продолжать добиваться этого, я буду предлагать, я надеюсь, коллеги депутаты все-таки услышат, что ну, это здраво. Мы каждую неделю сталкиваемся с тем, что есть незаконная пристройка там, 3-5 этажа, из-за которых рушатся балконы. Ну вот Екатеринская 25, 2 балкона упало, а сверху пристроили еще 4-й этаж.
Ну, эти же балконы не просто так упали. Да, понятно, что они ветхие, они аварийные, но они упали, потому что еще пошла нагрузка сверху. То есть, и, к сожалению, сейчас эта ситуация, она болезненна для меня, она болезненна для города. И, ну, если говорить в разрезе туристического потенциала, то если мы такими темпами будем продолжать двигаться, то, собственно, я думаю, что такая радужная статистика не будет иметь оснований. Дивитися буде нема чого. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрый вечер. Я хотела бы Лилия Леонидовна, по-моему, да, по отчеству. Лилия Васильевна, да, Леонидова. Это прозвище, да. Да ничего страшного. Вот. Я хотела, во-первых, вас поблагодарить за вашу работу, за ваш патриотизм, как есть. Ну, таких, как вы, депутатов, можно, наверное, по пальцам пересчитать. Наверное, все-таки это зависит от культуры, от воспитания и от, ну, порядочности, назовем это вещи своими именами. Скажите, пожалуйста, вот я к вам обращаюсь, скажите, вот на ваш взгляд, Одесса обречена при этом мэре? Потому что, вы знаете, были в истории мэры, и в том числе Эдуард Гурвиц, который сделал Екатерининскую площадь с памятниками Екатерине, сделал Одессу, он все старые здания отремонтировал, он Одессу сделал красивой, он понимаете, он как французы, как англичане, как греки строили нашу Одессу, он ее поддержал, он, понимаете, он мэр европейского значения, это европеец, это Одесса вошла во все города. Сейчас Одесса, ну что делают с Одессой? Ну, может быть, пришли бескультурные хамы какие-то, знаете, ну, наверное, так оно есть, но мы же видим по делам их с ним. Что делать? Как вы считаете, как спасти Одессу? Потому что в Одессе, ну, мы все видим, страшно выйти в город, и все рушится. Вот я бы хотела ответ ваш получить. Спасибо. Дякую. Ну, спасибо огромное за звонок. Очень важно, действительно, мнение для меня точно каждого человека, гражданина. И вы знаете, я столкнулась с тем, что даже не одесситы переживают за Одессу. Относительно, что делать. Очень хорошо, что сейчас та ситуация для меня, ну вот я считаю, что это очень хорошо, что сейчас то время, когда все выходит на поверхность в большинстве своем. Все достаточно прозрачно, как это сейчас вот принято говорить. И главное не молчать. Вот я говорю и буду говорить. И давайте говорить о проблеме. Вы знаете, к сожалению, многие, и на моем округе есть люди, которых я понимаю и уважаю, и поддерживаю. Они говорят, мы лучше не будем, да, мы вот посидим, подождем. Не получится так. К сожалению, реалии говорят о следующем, что если мы все дружно с вами не будем говорить, не будем заявлять о проблемах, не будем звонить, не будем писать, ничего не изменится. Я сомневаюсь, что, конечно, в ближайшую и в мою каденцию что-то изменится на 100%, так как мне бы хотелось, как хотелось бы многим одесситам. Но, тем не менее, говорить и заявлять о проблеме надо. И все-таки результат, ну, статистика даже показывает, даже моих там обращений, моих заявлений о том, что если молчать, камінь взагалі ми не здвинемо з міста. Ну, це зрозуміло, так. Треба реагувати і, як мінімум, однозначно оприлюднювати однозначно цю інформацію. Ще одна вулиця, яка, ну, страждає в прямому смислі цього слова від ремонту, це Рішельєвська. І, до речі, до початку ремонту на цій вулиці робили там лунки для дерев. Ви пам'ятаєте цю програму, да, так? Да, на що витратили, якщо я не помиляюсь, біля 5 мільйонів гривень. Ну, це не лише по Рішельєвській. Після чого оцим ремонтом, який зараз там триває, ці лунки знищили. Ось скажіть мені, будь ласка, в чому сенс такого господарювання? Але спочатку я пропоную подивитися сюжет на цю тему, а ви поки подумайте, щоб можна відповісти мені на моє питання. Будь ласка. Впрочем,
прошлом 2017 году благодаря усилиям депутата Ионова был придуман и воплощен в жизнь проект «Город без пыли», который предполагал обустройство лунок, деревьев специальными решетками, а где обошлось без решеток, там установили новое ограждение, новоделы засыпали лунки смоляной клейкой смесью. Можно долго спорить о самом проекте, тем более, что его необходимость вызвала множество вопросов у биологов и экологов. О вреде липкой присыпки не говорил только ленивый, но в любом случае депутата поддержали, и не просто поддержали, а выделили на все это луночное благоустройство несколько миллионов гривен. Теперь же одесситов настигло благоустройство от близкой Геннадию Труханову компании «Росдорстрой», которая сейчас проводит ремонтные работы, перекладывая тротуары заодно и новозделанные лунки. Было заложено 5 миллионов гривен, предусматривало, скажем так, декоративные решетки по историческому центру на улице Ришельевской, на которой мы сейчас находимся. Это немножко имело другой вид. Это по периметру лунки были выложены брусчатым камнем и засыпаны галькой, да, перемешаны, да, с такой эпоксидной смолой для того, чтобы оно склеилось. Потом что мы имеем? Есть ремонтные работы по ремонту тротуара, которые выполняет другая фирма-подрядчик, «Росдорстрой», да, абсолютно верно. И те результаты работы, которые были в рамках проекта «Город без пыли», они полностью уничтожены, потому что прокладка коммуникаций под фонарное освещение, под линии для электротранспорта, также, скажем так, для новой плитки, да, обустройство парковочных карманов, полностью все уничтожено и вот делается все с нуля. Господа, вам не кажется, что такими темпами и от такого благоустройства мы не просто обнуляем любые результаты, мы еще и уходим в минус? Ибо одесситы не видят ни благоустроенных лунок, ни, собственно, 5 миллионов, выделенных на «Город без пыли», ни даже части деревьев, которые уже спилены под будущую парковку, которая на улице Ришельевской появится тоже в рамках, только уже в рамках именного благоустройства от нашего мэра. И это уже не говоря о тех варварских методах, которыми эти самые работы проводятся. Во время прокладки вот этих коммуникаций, рытье траншеи, корневая система многих деревьев пострадала, и причем большие корни, они подрывались. Можно посмотреть вот эти трубы, они все проложены в огромном количестве. Во-вторых, это сами деревья, скажем так, много было пустых лунок и много засохших деревьев, либо пней, которые вот в результате работы, они тихонечко, скажем так, очищается территория для организации устройства парковочного кармана. Но понятное дело, дерево, оно зелени в карман не приносит, чего не скажешь о парковке, на которой можно заработать. Но нельзя же настолько скотски относиться к зеленым насаждениям. Когда Александр Попеску обратился в Единый центр обращения граждан, им был получен удивительный ответ от горзелентреста. Скажем так, руководство зелентреста ответило, что работы проводятся согласно проекту победителю и что проводятся они согласно со всех мировых стандартов европейского качества, материалы для этого выбраны. То есть это у них называется по-европейски. Да у нас в центре города скоро такими темпами вообще деревьев не останется. В лучшем случае будут пустые лунки, а в худшем и тех не будет, потому что земля уже давно заасфальтирована и превращена в парковочный карман. Вообще вызывает сомнение, зачем было реализовывать этот проект «Город без пыли», если уже на момент реализации было известно, что будет ремонт капитальный тротуаров. То есть это подразумевало, что будут какие-то, да, тяжелые там машины, скажем так, рытье котлованов и так далее. То есть будет уничтожен полностью вот тот пласт работы, который был проделан. Если на проект «Город без пыли» было потрачено 5 миллионов наших с вами денег, то на «Росдорстроевские» работы около 100 миллионов. Не кажется ли вам, что кривое благоустройство от нашей мэрии нам обходится слишком дорого? Отже, в чому сенс такого господарювання? На самом деле так и есть. Я абсолютно соглашусь с Александром, что на момент, когда было принято решение о этой программе «Город без пыли», мы уже знали о том, что будет реконструкция тротуаров. Вопрос, понятно, что на тот момент еще не было проекта, и не знали, что будут парковки, что там расширяться будут и так далее. Но ну, здесь я, ну, тут можно юлить, можно долго там рассуждать о высоком. Но тут банальная бесхозяйственность и банальное списание денег. Я это расцениваю именно так. Как бы мне не хотелось найти подходящее выражение. Зрозуміло. Сьогодні на засіданні исполкома ухвалили рішення про отримання ще одного кредиту. Про це йшлося в першому сюжеті в розмірі 400 мільйонів гривень. Я не зовсім розумію таку тактику, бо політику. З одного боку, ми розміщуємо гроші на депозиті, з іншого боку, ми беремо кредити. Навіщо? Поясніть.
Смотрите, я долго разбиралась в этом вопросе, и при принятии бюджета 2017 я на сессии задавала именно этот вопрос. Почему именно происходит, мы кладем деньги, достаточно большие средства на депозит, и при этом мы берем там кредитную линию, кредиты и так далее. И на сессии, собственно, на мой депутатский запрос относительно этого вопроса, мне ответили следующее, что деньги, которые кладут на депозиты, они уже распланированы на те работы, которые будут выполняться на протяжении 2018 года, но расчет основной с подрядчиком или заказчиком будет в конце 2018 года. Для того, чтобы эти деньги не лежали и не ждали расчета, они приносят городу прибыль. Все логично. Я как человек, который там, да, там, даже там, распоряжаясь семейным бюджетом, понимаю, что это логично. Вопрос о взятии кредита. Ну, на самом деле, вот программа, я ее тоже изучала и буду еще писать о ней очень много, «Безопасный город». На мой взгляд, она абсолютно здравая, и я надеюсь, что она таки покажет, что мы хотя бы в какой-то части хотим показаться европейским городом. Что она подразумевает? Она подразумевает достаточно большой спектр вопросов, начиная от пешеходных переходов, которые будут возле школ и так далее, вот объемными, то, что уже практически вся Европа использует, заканчивая обустройство некоторых улиц пешеходных, допустим, вот в моем округе я подавала заявку на это в свое время, вице-адмирала Жукова и переулок Красный, вот от Дерибасовской до Греческой, вот там, где сейчас не пройти, не проехать, и все юнипаркерами заставлено, и вообще она будет, планируется пешеходной с обустройством, благоустройством и скамейками, и парклетами, и так далее. И там очень большой спектр вопросов. И на самом деле, ну, весь мир живет с кредитами. Я, по большому счету, не вижу в этом ничего плохого. И в том миллиарде, да, который берем. У меня больше вопросов, как расходуются средства, и кредитные в том числе. Но здесь у меня немножко спокойнее моя душа, потому что здесь это европейские кредиты, поэтому там будет достаточно жесткий надзор за расходованием средств. И я надеюсь, что эти 400 миллионов, которые мы берем, они такие, исходя из той программы, которую разрабатывали и принимали активное участие общественные деятели, она все-таки принесет пользу городу и будет, ну, такой... Знаете, такой глоточек Європи. Ну, будемо сподіватися. Я надіюсь, да. Але і контролювати теж. Однозначно. Да. Здесь, опять же, це центральна частина города, это там задевает львиную долю моего округа. Ну, а я такой человек, который ходит и на выходных по округу. Дякую, дякую. На жаль, часу обмаль і програма закінчується. Дуже багато питань і по дорогах, і по іншим гарячим темам в Одесі. Ну, це обговоримо в наступну нашу зустріч. Я дуже дякую нашим телеглядачам, дзвонкам. Я спасибо огромное вам. Ну, я надеюсь, що вместе ми все-таки змінимо ситуацію і будемо робити все для міста і одеситів. Я впевнений в цьому. Успіхів вам в вашій роботі. Дякую. Що ж, шановні телеглядачі, наша програма надійшла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали. Нескінченний ремонт на вулицях міста – це ознака. Чого три варіанта відповіді? Ми мали, як завжди, 21% телеглядачів вважає, що це ознака здорової господарчої активності. 37% вважає, що це ознака безладу та головотяпства. І 42% вважають, що це ознака масштабного шахрайства. Дякую вам за сьогоднішню активність, за ваші дзвінки, питання і голосування по інтерактиву. Наша програма надійшла кінця. На все добре. До зустрічі.